כן, אז בעצם למה בחרתי בנושא הזה? למה פתאום אני חושב כאילו לדבר על שירות לאדון? В принципе, почему я выбрал говорить именно о служении Богу? פגשתי הרבה אנשים מאמינים שכל הזמן אומרים לי, לא מעניין לי בקהילה, אני לא יודע במה לשרת, מה לעשות. Я встречал много верующих, которые говорят, что мне скучно в общине и мне некак служить. כן, אומרים שאין לי כישורים, אין לי כישרונות. ומי שבעצם, איך משרתים? זה רק או להיות מבשר, או להיות בצוות הלל, או משהו בסוג הזה. То есть они говорят, что у меня нет талантов, и чтобы служить, это надо только или как бы слово читать, или быть в группе прославления. אז מה זה שירות לאדון, כעיקרון? Что это вообще служение Богу? אז כן, שירות לאדון זה באמת לעשות מסר, להעביר מסר, לעשות הלל. И понятно, что служение Богу — это приготовить проповедь, провести прославление. Это приносит славу и хвалу Богу. Но это не единственное место, где можно служить Богу. Как мы, в принципе, можем служить Богу другими словами? Без того, чтобы стоять на сцене или что-то подобное. Одним словом, это время. Дать Богу свое время. Как можно дать почет, славу Богу? Наша цель как верующих — это принести всю славу Божью с неба сюда, на землю. В нашу общину, в нашу повседневную жизнь, в нашу рутину. Она не появится просто так, потому что мы ждем. Надо делать для этого какие-то действия. מהי מלכות השמיים? כי עיקרון מלכות השמיים, אפשר לסכם את זה בשלושה מילים, זה אהבה, מנחה וקורבן. Что это царство небесное, в принципе, это можно сказать, ну, описать тремя словами. ואפשר לקרוא באפסים, פרק ה'. Мы обратимся к Ефесянам, пятая глава. מה? אהבה, מנחה וקורבן. Это любовь, жертва и все сожжения. אפסים, היי, מנחה זה все сожжения? לא יודע. Мы обратимся к Ефесянам, пятая глава. אתה רוצה לקרוא את זה או שאני אקרא גם בעברית? תקרא גם בעברית, אני אקרא גם בעברית. טוב, ובכן לכו בדרך. פרק ה', פסוק 1-2. ובכן לכו בדרכי אלוהים. כבנים אהובים, והתהלכו באהבה, כשם שגם המשיח אהב אותנו ומסר את עצמו בעדנו, כמנחה וקורבן לאלוהים, לריח ניחוח. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как Иешуа возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. גם בלוקס 14, פרק... Также от Луки, 14 глава, 27 стих. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. אני אביא כמה דוגמאות של ראייה לא נכונה של מאמינים. Я хочу дать несколько примеров, как что это значит видение верующих, неправильное видение верующих людей. מה הם בעצם אומרים? שירות אמיתי הוא רק שירות בגוף המשיח. Что они в принципе говорят? Что служение Богу это только в теле Мессии. או שירות זה רק בגדר תחום רוחני ולא בשרי, לא חומרי. Или это только в каком-то духовном плане и никак не может быть физически.
ורואים את החיים שלהם מתחלקים לשתי חלקים. Ихняя жизнь делится как бы на два куска. חיי קהילה, תפילה ו חיי קהילה ותפילה. Что жизнь в общине, жизнь в молитве. והחיים השניים שזה עבודה, משפחה. И вторая часть это работа, там семья и вся. כן, חיי רוטינה. Суета-сует. והם אומרים ששתי החלקים האלה מנותקים אחד מהשני. И они говорят, что эти две половины, они как бы не самосвязаны между собой. אז אלוהים ברא גם את המאמינים, גם את הלא מאמינים למטרות ספציפיות, לא סתם ככה. Бог создал как верующих, так и неверующих для своих планов. כן, אז הוא רוצה לראות אתכם משרתים אותו. Он хочет видеть нас, вас, служащим. לא בהעתקה נגיד ככה, או חיקוי של אנשים, כי אני חושב שהוא קדוש, אז אני אעשה בול כמור, אז אני אעשה אותי קדוש. Не в подражание людям или каким-то кумирам, что, мол, вон он свят, я хочу быть как он, служить как он. אלא הוא רוצה לראות אתכם עם המתנות שהוא הביא לכם, הוא רוצה לראות אתכם כאילו תורמים ומשרתים עם מה שהוא הביא לכם. Он хочет видеть вас, служащий ему, тем, чем он вас наделил, своими качествами. וגם ככל שתמשיכו ללכת בתחום שאתם יותר חזקים בו, במתנות שהוא הביא לכם, זה ייתן לכם דבר ראשון גם להתפתח, ייתן לכם גם בוסט כזה. И также, если вы будете идти к служению вашим сильной стороне, тем, что он вам дал, то... אם זה יותר אנרגיות או בסוף יום פשוט להגיד וואו, עשיתי משהו. Да, если это также более энергично или в конце дня сказать וואו, я что-то сделал. אז סתם דוגמה קטנה. אתם כעיקרון בתור הורים. Еще один пример. Вы как родители. גידלתם את הילדים שלכם מאז שהם קטנים, עד שהם הגיעו לרמה שהם לומדים, עובדים לבד ומגיעים להישגים מסוימים. Вы воспитали своих детей до того, как они уже сами могут учиться, сами могут работать и достигать каких-то достижений. ואז אתם רואים שבאמת הילדים שלכם הגיעו למשהו, הגיעו לרמה, וזה מביא לכם גאווה, נכון? И так вы видите, что когда ваша дочь или сын дошел до какого-то уровня, это дает вам такую самоуверенность, вам дает ощущение, что... Гордость, да, такую. И также можно сказать, что эта гордость дает вам, собственно, как почтение, уважение. Все так же и с Иешуа. הוא רואה שאתם עושים משהו, הוא גידל אתכם, הוא נתן לכם את הבשר הרוחני, את האוכל הרוחני. Он вас взрастил, он дал вам еду духовную и... ואז הוא רואה במה אתם משרתים, מה אתם נותנים מעצמכם, אתם נותנים חלק מעצמכם. И он также смотрит, и что вы даете, собственно, от себя. וזה מביא לו גאווה בכם, כי אתם עושים משהו, אתם לא יושבים סתם ומחכים שמשהו יגיע, נכון? И это дает Богу гордость в вас, как бы он горд вами. И это дает ему уважение, дает ему славу. Я хочу еще дать несколько примеров такому подражанию верующему. Как я сказал прежде, он не видит никакой связи между своей духовной жизнью и своей работой. ומרגיש את עצמו, נגיד ככה, בעבודה, די משועמם, נכון? כאילו, מגיעים, רוטינה, עושים את העבודה, הולכים הביתה. На работе он себя чувствует вполне скучным, пришел в рутину. והוא ממש בספק לגבי הרלוונטיות בין אמונה לעבודה. И он сам как бы не понимает саму связь между работой и верой. אני חושב שהעבודה זה פשוט להכניס מטבע לכיס או אוכל לפה. Он думает, что работа это всего лишь вариант заработка. אז אם נחזור לשאלה, זמן, שאלת הזמן, איך אני יכול לשרת את האדון בזמני?
Если мы вернемся к вопросу «время», как я могу служить Богу своим временем? Где мы проводим большинство нашего времени? Это не дома, мы спим не так много, но большинство из нас. Большинство из нас с 8 до 4 мы находимся на работе. Что это большинство нашего времени, нашей жизни. Как мы можем служить на работе? Я не говорю, что надо сейчас говорить, подбегать каждому на работе, говорить, Иешуа тебя любит, и вот с плакатами там. Потому что это не вправду откроет сердце человека. Самое элементарное — это прийти на работу просто в хорошем настрое, и чтобы наше влияние на человека было нашим поведением. Если это не лжесвет, не материться, не округлять где-то, как бы подкруглить ту, там. Вы представители, вы его лицо. И по вашему образу видно, что, кто вы и в кого вы верите. Вы также можете сделать испытание, прийти на работу. И представьте, что ваш босс, начальник, это не тот страшный, который хочет, чтобы вы только работали, это будет Иешуа. И измените ваш подход, что вы не приходите только там где-то побыстрее все сделать, а вы приходите качественно сделать это как для Бога. В конце дня посмотрите, как ваш день меняется к лучшему, к худшему. Я верю, что это к лучшему. Где обычно верующий спотыкается в своей личной жизни? Большинство времени находится под атакой. Это атака, как бы атака внешнего мира. Это может быть по работе, по своим отношениям, семье. Он да хочет идти за Богом, но эти вещи они препятствуют ему. ובעבודה, לדוגמה, יש לפעמים קטע שאתם רוצים להביא עדות או משהו. זה נדלק, אבל אתם שותקים, מפחדים. Допустим, на работе вы где-то зажглись, хотите дать свидетельство, но вы замолкли и вы сидите тихонько. וזה גם מכשיל אותנו. Это тоже нас אז איך עלינו להתגבר על הבעיות האלה? Как нам можно, в принципе, преодолеть эти проблемы? להיות בטוח בכוח של אלוהים. Полностью полагаться на силу Бога. Так, чтобы мы могли справляться со всеми. Ну и также развитие самого, самой цели. Что мы знаем, в кого мы верим, на ком мы стоим, кого мы уповаем. Когда мы входим в какой-то диспут или диалог о вере, чтобы мы не терялись, а были твердо, чтобы мы знали, как надо отвечать в любых ситуациях.
איך אתם יודעים במה תוכלו לשרת? Как вы знаете, чем вы будете служить? דבר ראשון, לדעת מי אני, מי אתם. В первую очередь знать, кто я, кто вы. מה האישיות שלי, מה המתנות שלי. Какая моя личность, какие мои у меня дары. ולדחוף את זה לכיוון שאני, למצוא את הנקודה שאני רוצה לשרת בה, אם זה עם אנשים, אם זה בקהילה, אם זה לבשר. И идти в ту сторону, которую я хотел бы служить, это если это с людьми, если это евангелизация. На основе моих да, даров, которые Бог мне дал вам. Как мы можем служить Богу на работе? В первую очередь это просить, чтобы его воля была, его, прежде его воля была, а не наша. Не показывать, какие мы крутые, мы можем делать много вещей. Делать это в кротости, как будто мы это делаем для Бога. Да, показывать людям, как мы себя ведем, потому что в основном большинство людей смотрят на это, на наше поведение. Служить и любить ближнего своего. Да, чтобы в группе, в сообществе была гармония между людьми и Богом. Между, да, бен Элоим ла Адам, бен Адам ла Адам. Между Богом к человеку и между человеком к человеку. В Деянии, книге Деяний апостолов. Книга Деяния, глава 20. Стих 30. 34-35. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисея. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слово Господа Иешуа, ибо Он сам сказал, блажнее давать, нежели принимать. И то, что я вам хочу сказать, это не так важно, чем вы, в принципе, заняты, лишь бы это было служение Богу. אתם צריכים לראות את האדון בראש, בראש ובראשונה, כאילו, מלמעלה לכל דבר שאתם עושים. Во главе вы должны видеть Бога, чтобы он был самым главным к вашим всем делам. ואז הוא יראה מה שאתם עושים, וזה ייתן לו גאווה בכם, וייתן לו כבוד. И когда он будет видеть ваши дела, которые вы будете делать для него, это будет давать ему гордость в вас, то есть он будет горд вами. אז אפשר להגיד ש... הלל שמביא כבוד והעבודה שאתם עושים זה גם סוג של הלל. Можно сказать, что прославление, которое вы делаете, или работа, это все, все как бы на благо. Вы прославляете Бога с тем, то, что вы делаете. То, что он сказал. ורציתי לסיים עם דוגמה מעניינת קטנה כזאת, איך בריאה מביאה כבוד לישוע. Хочу закончить маленькой маленьким примером, как творение дает, приносит славу Богу. Мы говорили о времени. Что это время? С Википедии. Время это что-то, что... Время это что-то, что описано и измеримо, как... Повторное движение. Как повторное движение. Для дугма нетан ле таэр это махзорит
махзориют кешихпул митмашех. Также можно привести в пример и описать махзорит. С Википедии, да, Лани. С Википедии. Можно это найти בקצרה. На русском Википедии, на русском языке. לא משנה תרגום, אני אקצר את זה, אוקיי? זמן זה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן בצורה מחזורית ומועתקת, אוקיי? החלק שהיה לפני זה מועתק לחלק שאחרי זה ומועתק לחלק שאחרי זה. Время это что-то, что возвращается само по себе. וזה תמיד חוזר ככה. Это такой цикл, который возвращается. אם זמן הוא מחזור של הרגע הקודם לו, если время это что-то, что присутствовало до, а אפשר לייחס זמן לקצב. Можно сопоставить время с ритмом. קצב, ритм, יוצר מנגינה, создает мелодию. מנגינה זה הלל. Мелодия это прославление. וקצב זה גם ריקודים. И также ритм это танцы. אם לדוגמה הקצב, אם לדוגמה יש לי עכשיו פסנתר, כינור ומישהו ששר, если допустим у меня сейчас есть пианино, скрипка и кто-то кто поёт, וכל אחד מנגן בקצב שונה, и каждый будет играть своим ритмом, זה יוצא בלגן, это будет балаган, זה יוצא סוג של דיסוננס, בלגן כזה, לא, משהו לא מתחבר ביחד, то есть не будет ритма одного, ואם כולם מנגנים באותו הקצב, а если все будут играть в одном ритме, это будет гармония. Все чисто, все классно, все будет правильно звучать. Как можно измерить время? К примеру, если мы возьмем звезды или луну, что мы делаем? Что мы видим, что оно делает? Оно все время крутится. Все время крутится в том же ритме. Если мы сказали, что время — это ритм, а ритм — это либо прославление, либо танца, а звезды и луна крутятся по ритму, можно сказать, что они танцуют. אם לא יהיה לנו קצב, если у нас не будет ритма, טוב, נגיד אחרת, בעזרת קצב, или с помощью ритма, יש הלל, есть прославление, וריקודים, и танца, הלל וריקודים, прославление и танца, מביאים כבוד לאלוהים, приносят славу Богу, וכל זה מגיע מהזמן, и все это приходит от времени. אז לסיכום, רציתי פשוט לעודד אתכם שאתם תשקיעו מזמנכם, אפילו שאתם בעבודה או משהו. Я хотел ободрить вас, чтобы вы просто להשקיע, чтобы вы уделили из своего времени. ותראו את אלוהים בתור המטרה העיקרית שלכם בכל יום, אם זה בעבודה או במשפחה או בחיים. Чтобы вы видели Бога как вашу цель, главную цель, если это в семье, на работе. ואז אתם תרגישו שאתם משרתים אותו, מביאים לו כבוד, ו... тогда вы почувствуете, что вы славите и служите ему, и приносите всю славу ему. ואתם תרגישו באמת אחרת. И вы будете чувствовать себя вообще иначе.